Добрый день, мои дорогие, любимые подписчики. Я вас приветствую. Всем здоровья, мира, добра, благополучия. Такой прекрасный денек. С утра так вроде бы пасмурно, но немножко распогодилось. Потеплее. Не знаю, где африканская жара, куда делась, непонятно, куда африканская жара делась. Плюс 19, плюс 17, непонятно. Смотрите, что творится. Пятница. Что творится в городе. Вон машина новая уже стоит, дача. То выиграли, что ли, зеленую. Так что я здесь вышла немножко в город. Показать вам, как у нас красиво в центре города. Все готовятся к 14 февраля. Так что все будут отмечать. Готовьте все подарочки друг дружке на день влюбленных. Так что такая погода у нас. Погода отличная, настроение тоже отличное. У нас в моем доме на двое суток отопление отключали. Так что сидели без отопления. Но включили вроде бы вчера уже. Так что вот так. Все хорошо. Чтоб в феврале отключили отопление, еще такого не было. Ой, куда катимся, непонятно. Но все-таки куда-то катимся. Ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения. Будьте здоровы, берегите себя. Всего самого лучшего. О, вот что делает. Разворачивается, поворачивается. Все, всем пока-пока.